Looking for this? Here, take it. I detest violence. Clumsy scientist! What have you done to me? Why, I've killed the Hulk! Oh, you are no longer a monster, Bruce Banner! Just an underachieving scientist! You're cured! Now leave! Let's just keep things calm. Hey, всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами, короче, завершать Халка. Это мой, если что, мой второй заход. Как сказать, не вообще второй заход, а второй заход на запись. Потому что я первый раз потратил на это 35 минут, и у меня не получилось его завалить. Короче, я-то, в принципе, понимаю, что здесь нужно делать. Но очень сложно в плане... завалить второй раз. Вообще просто нереально. Да куда ты бежишь-то, дебил? Я тебе просто в одну точку показываю. Что ты за даун-то такой, еб твою мать? Так, ладно, хотя хорошо, первый раз есть. Бери, блядь. Есть у меня три попытки его завалить. Не получается, не получается у меня его завалить. Никак, никак не получается, ребятки. Это вообще какая-то дичевая игрушка просто. Ну он такой медленный, он такой никчемный, он такой, сука, слабак. Сука, придурок, которого нельзя убить, блин, убивают просто, как нифиг делать. Ладно. Так, ну давай, потихой. Фух, главное не попадаться на его вот эти выстрелы гребаные. Вот на эти. Разбиваем, короче, вот эти, берем вот эти штуки. Давай, стреляй. Ой, а ты тут стоишь. Ладно, окей, спасибо. На, пидор. На. Блин, самое сложное будет, когда появятся солдаты. Вот это вот самое худшее, что может здесь произойти. Так, чё ты? Вот это. Ага, успел. Вот это было близко. Так, давай еще. К нему подходить, в принципе, вариантов нет, потому что он будет откидывать. Вот только вот тут его надо быстренько как-то ушатать его эти копии. Рак. Это это он. Блять, копию бей. С них бывает хилка падает. Ага. Так, тихо, давай по одной. На. Сука, не обменялись. Опа. Хорошо, будем потихо. Буду потихо. Как-то, я не знаю, тут аккуратно, в принципе, здесь не получается делать. Здорово, ты что делаешь? Ой, а ты это что ли сделал? А чё ты это сделал? А, сука, два раза подбил, пидор! На! Ублюдок! Вот это ему ни хрена не наносит урон, да? Ладно. Так, с той стороны.
Лечу из Вайзли, лечу из Вайзли, давай. Что ты не попал-то сейчас? Это ты, да? Давай, давай! Ну он просто медленный, скотина. Ау. Да не бесись ты, дурак. Чё, будешь пердеть? Да сука, как ты попал там в меня опять? Это неплохо ему так-то прилетело. Ща, да? Сука. Блин, там осталось два удара, но... Я в упор не подойду. Я ну его нахрен. Я лучше подожду. Ну чё ты? Так, что будешь делать? Вот сейчас ему пиздец первый настанет. Нет! Он, сука, свалил. Сука, свалил, пидорас. О, попал с первого, с четырех выбрал того, что нужно. Прикинь. С четырех попал в нужного чувака. Вот сейчас будет жопа. Блять, потому что противник. Что с ними делать, я не знаю. Они же, блядь, стреляют. Нужно как-то, я вообще не знаю как, в принципе. Да сколько у вас там патронов, алё? Сука. Ну можно и так. В принципе, на, лови. Да, я тебя подхожу, блядь, чувак. Я его подхожу, хватаю, а он, блядь, меня бьет, серьезно. Не, все, не пройду уже, блядь. Заебись просто. Уже не пройду никак, в принципе, потому что мне их нечем бить. Этот еще с пулемета своего ебешит. Разве что вот так вот вариант оставить одного в живых. И просто, чтобы они не респаунились, просто тупо пробовать вот так вот бегать, хватать вот эти штуки и не попадаться на пули. И просто ебенить его. Да не того! Придурок ты долбаный. Сука, взял заебенил. Ну там хпшечка хотя бы. Да возьми ты ее. Так, что будешь стрелять? Он будет вот так стрелять, если не будет союзников, я понял. Не понял сейчас. А чё он это? А почему он сейчас не оглушенный был? А? Блин, ну одного надо как-то завалить. Все. Не, я не знаю, я честно не знаю, как это пройти. Вообще, у меня нету представления, как это можно, в принципе, пройти. Здесь нету варианта выиграть, вообще нету. Я его что бью, что не бью, одинаково. Блять. Ну стреляешь ты, нет, идиот. Ты идиот? Can you escape me?
underestimate the power of the mind. Ты мегамозг ебаный. Блять, на вот это надо не попадаться, на вот это вот. Getting a headache. You must move faster than that. Can you beat us all? Их там пять было, видел, видал? You'll never escape this facility. Это он, да? Ну да, это его копия. Можно еще вот так его пробовать бить. Но это не вариант тоже. А, блядь, я не промахнусь, чувак. Извиняй. You must move faster than that. Come, take us all on. Come, take us all on. Так, хорошо. Прикольно. Встаешь, нет? Похер, да? Да хорош меня тут ебенить это магией своей. Хорошо, шпидер. На, Destiny, блядь. Опа, не задел. Хорош. And now, Hulk, you will die. Never underestimate the power of the mind. Да, бля, заныкался, прикинь. Так, они делают по 5 выстрелов, да? 4 или по 6. Так, надо одного просто ушатать. Просто одного оставить. Просто тупо бегать. Можно даже так. Просто тупо бегать. Только нужно, чтобы он не сдох. Можно вот так по чуть-чуть его бить. Чувак, ты попал под раздачу. Извини. Прыгай, 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 дебил. Хорош тут выебываться. Сука, у него пол хп. Не туда. Да прыгни ты, Халкидзе. Где тут штука? Тихо, тихо, не только не... Не в того. Красава. Ну вот это вот вообще бред. И, блядь, как Халка можно вообще подстрелить? Ай. Вау, я на пьедестал залез. На, блядь. На, блядь. Говно.
Как ты попал? Да. Где-то примерно точно так и было. На-на! Сука! Пидор! Завалил суку такую тварь, блюдок! Разда! Чё? В смысле? Еще не все, что ли? Это еще не конец? Выходи. Чего? Фрихолд разрушается, убирайся. Есть много путей, но только один из них. Это выход наружу. Армия Лидия сделает все возможное, чтобы похоронить те же. Еще не конец! Еще и убегать! Куда бегать-то? Куда? В какую сторону? Так, меня хотят похоронить живым, да? Окей, ладно. Блин, еще и с придурками, что ли? Серьезно, не вижу ничего. Блин, еще и убегать надо, серьезно. А, вот бегите, чуваки, в натуре. Убегайте нахрен, спасайтесь бегством. Я тоже с вами, пацаны, давайте в паровозиком. А ну-ка, подошел. На, останетесь здесь, прикроете меня. Куда бежать, чувак, за тобой? Бегу. Бегу, там выход, да? Ну, бегу, хорошо, ладно. Иду. Давай. Веди меня, пацан. Сейчас к твоим придешь. Хорошо, что еще не на время. А ну-ка, стой. Пацаны, ловите, блядь. Своего дружка. Так, я так понял. А может, лучше не надо было? Может быть, надо было с ними бежать? Потому что я не знаю, куда бежать. Вообще, надо просто прямо бежать, и все. Пока что ничего на башку не прилетело. Ой, блин. Вот это сейчас повезло. Я успел нажать прыжок. А чуваки как перепрыгнут-то? Как вот эта хуйня, которая, блядь, прыгает? Ядрёна вож! Так, как этого бить, не помню уже. Так, подожди, как его бить-то? Чё, камень взять? Куда ты меня в камеру бросаешь? Ты от этого бросай. Ага, получается, его так бить нельзя, когда он так делает. Хорошо. А ты долго так будешь делать? Походу, 5 раз. Булькатурка Беткер! Сука. На, блядь. Что там делать? Ой! Больно так-то. Чё ты в ярости, блядь? Так, а ну-ка не бросай меня! Выбросись! Сука, ублюдок. Тут все валится, какого ты хера пришел сюда, дебилой? Гля, говно. Ай, да капец. Что с тобой, опять? Только не говорите, что это еще не конец. Пожалуйста, скажите, что это все. Keys
Warhammer Kingdom. Хюлк! Нюлк! Смотрите, Нюлк написано. Красота, все, наконец-то я его прошел. Вторая запись со второго раза я его завалил. Ну, блин, вот как-то вот так, да, вот можно его захерачить. Только нужно, видишь, не так, что постоянно всех бить нужно, а очень аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. В конце, в принципе, вот этот несложный был. Я бы его тоже убил бы быстрее, просто там я тупил немного. Он меня бил сильно. Сильно давал я себя бить. Наконец-то я прошел этот Халк. И, кстати, если я его завтра выложу, например, то я пройду сразу две хреновые игрушки. Да, так и сделаем, наверное, в субботу. Сегодня суббота будет, получается. У меня сейчас пятница, да? Я записываю что наперед, а у вас уже суббота. Я в субботу завершу две отстойные игрушки, которые я на первом месте и на втором. Но Халк у нас на первом месте, по хреновости. Но Аонив на втором. Вот это вот прям пока что это первых два места. Это их четко, крепко держат эти две игрушки. А там дальше посмотрим, может, что еще будет такое мощное. Но, блин, вот эта игрушка дает прикурить, конечно. Не то, что, блин, вот как я и говорил, вот как говорят, игра сложная. Она не сложная, она просто кривая, и все, и пипец. Если называть кривые игры сложными, то, блин, какие же тогда сложные игры будут? Если просто кривая игра, это сложная игра называть. То есть, да, это как бы, как это называется, синоним или что там, да? Или как эта херня называется, то есть второстепенное имя, типа кривости игры, это равно сложности получается. Ну так, если игра кривая, то при чем здесь я? Она не сложная, она просто неправильная, и все. Здесь, конечно, да, тоже, в принципе, говорить нечего, как и в Они. Эта игрушка просто, блин, трэш, это просто шлак реальный. Здесь, блин, ну, максимум две миссии пройти и все, и закинуть ее, потому что дальше ничем миссия от миссии не отличается. Бежишь, бесконечные противники, бьешь, и так всю игру. Эти, вот там, когда собаки появляются, это вообще просто говно. Там просто их миллиард, и тебе нужно их бить. Но просто... А надо просто пробежать, и все. Даже никого не трогать. Просто нужно бежать. Это, блин. Это в игре, в которой нужно драться постоянно. То есть как-то, блин, не знаю. Боевка вот тоже здесь такая. Комбосы как бы есть. Блин, но... Персонаж сам такой затянутый. Ты вроде нажимаешь ему бежать, он такой через секунду понимает, что ему нужно бежать. Вот после прыжка это вообще, то есть ты приземляешься, да, после прыжка, и у него секунда полторы-две задержки. До того, как ты уже сможешь дальше двигаться. Это нормально вообще, да, для такого чувака, который здание, блядь, перепрыгивает с места. Он подпрыгивает всего 2 метра. И при приземлении он еще чуть ли не урон получает. Потому что при падении, когда тебя бьют, подкидывают вверх, и ты падаешь на спину, например, то ты урон получаешь. Ты урон получаешь. То есть это чувак, который базуку держит, который танка держит, который, блин, я не знаю, дом выдержит, который на него упадет, ему насрать. Но он падает с 2 метров, и он получает урон. Ну это да, это надо было додуматься до такого. Как бы сказать, вы скажете, так это же, ну как если сделают супергероя вот этого бессмертного, как же тогда играть, это же будет неинтересно. Так а хули тогда делать такую игрушку про супергероя, который бессмертный, идет против обычных чуваков с обычным оружием и просто получает люлей от них, или что, вот так вот просто и непринужденно, это же неправильно, я так считаю. Или же нужно как-то, я не знаю, что надо было сделать, или хотя бы не делать бесконечных противников, вот в чем беда. Тоже идешь, блин, и постоянно, типа 6 человек на тебя нападают. Все стреляют, и ты должен это как-то все пройти. И ты не пройдешь, пока ты их не завалишь, потому что дальше дверочка не откроется. Это, да. Это кошмар. Но зато здесь с плюсом есть заставки кинематографические. В Они там вообще ни хера нет, только начальная заставка, и, конечно, и та лагает. То есть ее нужно, она не записывается, ни одна, ни другая, короче. Тут хотя бы какие-то заставки есть, какая-то история есть. Блин. Не знаю вообще, короче, я его прошел, это хорошо, напишу финал,
И не знаю, это у меня была второстепенная игрушка. Может, какую-то еще выберу, не знаю, с этого списка, который у меня на прохождение, какую-нибудь такую, что будет выходить там раз в неделю или пару раз в неделю, когда будет настроение, не знаю. Ну, блин, только не такую, нормальную, на, да. Почему? Я, честно, думал, я смотрел там по скриншотам, думал, нормальная игрушка, но нет. Абсолютно нет. По первой миссии еще непонятно, по второй там может быть еще непонятно, но то дальше ты-то все больше и больше понимаешь, что это игрушка, короче. Там еще какой-то у него удар был, не помню, как-то, когда он вот этот в ярости, как-то нужно что-то нажать, чтобы он, типа, кулаками в землю долбанул и всех, короче, расшвырял. Но я не знаю, как это делается, я ни разу им не пользовался, потому что я не знаю, как это делается. Там вроде, в принципе, удар рукой, удар ногой, магия, и захват, а что еще, и все. Что-то надо какие-то, может, 3 кнопки нажать, может, 2 какие-то, не знаю. В общем, я до этого прикола не дошел. Тестеры! Тестеры! Вот тестеры, смотрите, запомните их, которые играли в это говно и сказали, что оно хорошее, и игру выпустили из-за вот этих вот долбоебов. Реально, они играли... Получается, когда ты бета-тестер, ты должен пройти игру на самом максимальном уровне сложности, правильно? То есть у тебя нет выбора, ты будешь на легком проходить, на норме, на сложном. Ты должен пройти его на максималке, максимальном уровне сложности. И то есть они проходили вот эти, там сколько, человек 15, наверное, было, и может 12, 13, не знаю. Ни один не испытал никакого дискомфорта в прохождении, серьезно, да не поверю никогда в жизни. Вообще не поверю, что никто дискомфорта не испытал. Я думаю, там ни одна клавиатура вылетела в монитор или джойстик, на чем они там, блин, играли. Но я не поверю, что они не испытали ни одного дискомфорта. То есть у них все было четко. Вот эти все, да ладно, грубо говоря, скажем, 15 человек, все сказали, что игрушка классная, выпускаем. Мы протестировали, никаких багов, лагов, все, геймплей отличный, заставки отличные, боевка супер, блять, выпускайте. Че, блять? Вы издеваетесь сейчас все вместе взятые или че? Это как так-то? Это как так-то не указать на вот эти все ошибки? Я вообще не понимаю. Что сохранить? Что, еще что ли? Продолжить. А, спасибо. А что особые возможности здесь? Арт. А, это как они делали, типа, этого чувака? Ну, это с фильмов. Это с фильма. Первая часть. Сука. Почему на нем штаны не рвутся? Вводи код, чтобы открыть эту возможность. Код? Не знаю код. Никакого кода я не знаю. Халк освобожден. Трейлер Халка задиры. Что за трейлер Халка? Это то, что в начале, я не помню. Какая там заставка-то была? Подожди, это она? Я что-то не помню такое. Или buried somewhere deep inside, watching me, waiting. But you know what scares me the most? When I can't fight it anymore. When it takes over. When I totally lose control. I like it. That's the way. Ага, ага, I like it. Ага, ага. Или это к фильму? Summer, лето 2003, блять. Что за машина Халка? I don't know who I am. I don't know what I'm becoming. But I know one thing for sure. You wouldn't like me when I'm angry. Mm-hmm.
Вай, создание игры, серьезно? Ну давайте посмотрим, ладно. Угу. Сила, блядь, безгранична, конечно, да. Вообще неуязвимый. Ага. Два раза. Вилкой проткнуть можно. This has been a tremendous opportunity for us as game makers to be able to just have complete access. Ready? Working with Universal Pictures, ILM, the director Ang Lee, and all the filmmakers. Okay, here we go. And action! We wanted to create an ongoing Hulk experience. One that leads from the film to the game and beyond. We were able to include key elements from the film in the game, and then even go further to extend the Hulk mythology with gameplay you won't see in the movie. Basically, we were running together along through the whole entire process. All the design things that we were doing along, we were sharing with them. The idea is to capture in every single detail the world that we've created in the movie and translate it into the game world. It really pushed the bar on the game people's side to make a character walk and move and do the things that our digital character does in the film. That was quite a challenge technologically, I'm sure, for them also, just as it was for us in the movie. We put a lot of emphasis on our physics simulation. The way the player feels that is when you destroy something and debris is created, or you pick up a car and whack somebody with a car, the objects and the characters interact as they would in real life, as per, you know, the laws of physics. Every time you break through a wall and all the chunks and pieces of that wall fall down on the ground, they'll fall differently every time depending on what hit them, what direction they've been hit, and what they're hitting against as they fall on the ground. To create these true physics in the game, it absorbs a lot of processing power. One of the key components that we need to make it really fun is the fighting system. So we have a tool that we developed in-house. That's the Fight Tree Viewer. Basically, this thing lets you tweak, say, Hulk's moves by going through his motion tree. Make it, say, off the gamma button, we can make him do a kick, and then editing specific, say, punches or attacks. One big goal was to make it not feel as if you're a player playing the Hulk, but you are the Hulk. There's two different styles of gameplay in our game, where you have the Banner stealth modes, and you also have Hulk destruction missions. We've actually worked with the talent from the film. Eric Bana, playing the character Bruce Banner, he was able to retain his character exactly. While he's doing this film, he was also doing the game for us. Betty, my entire life infected by this disease. We were able to let the game open up in San Francisco. We have the Hulk jumping from rooftop to rooftop, downtown San Francisco. Another environment we've been able to bring into the game from the film is the underground military base. And this was a really fun one because we got to get our team on the set of the military base and not only get to see just what it looks like, but how it works. ...50% of our game is original content, where we create underground worlds that you don't actually see in the movie. Just pretend it's a tanning bed. You only have 2 hours in the movie, but the game has a lot more playtime. We put in tons of hidden secrets that kind of extend the gaming opportunity and let people just have fun with the Hulk experience as much as they want. Expecting someone else? You now have a game that is incredibly exciting. It's realistic. It's fun. It puts you right in there. The Hulk experience doesn't end when the film's over. Что веселое, это вообще, блядь, просто
True Physics. Лучше бы над боевкой поработали, блин. Что это? Видео вставки. А, ну это уже. Читы. Неуязвимость. Все закрыто, красавчики. Удвоить жизнь Халка. Неограниченные повторы. Полномасштабный счетчик. Регенератор. А смысл с вот этого всего, если есть неуязвимость, в принципе, да? Больше ходов. Удвоить жизнь всех. Вау! Уменьшить жизнь всех. О, страшный удар. Загадка разган. Спасибо. Короче, херня какая-то. Еще больше кодов. Открыть серого Халка, открыть все уровни. Короче, вот так. Все, ребятки, я, короче, закончил эту херню. И все, больше никогда к ней возвращаться, в принципе, не буду. Ну его нафиг. Это. Не-не-не-не, все. Мне одного раза хватило, и больше я уже сюда никогда не вернусь. Все, я все про игрушку сказал. Вот такая вот игра под названием Халк 2003 года. Отличная, красочная, реалистичная, физическая и боевистическая. Все, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео. Комментируйте, всем до встречи в следующей игрушечке. Да-да-да. И всем пока.